Предлагаю приготовить на праздничный стол вкусный торт, который будем украшать шоколадными подтеками. Такое украшение всегда смотрится очень нарядно и празднично, подойдет для любого торта. Подтеки из шоколадной глазури – это универсальный дизайн для торта. Она придает украшению некоторую изюминку. Готовый торт затем можно украсить фруктами, ягодами или конфетами. Для приготовления бисквитов взбейте яйца с сахаром в пышную пену. Отдельно доведите до кипения молоко с маслом. Введите медленно в взбитые яйца муку с содой и горячую молочную смесь. Вылейте тесто в форму для выпечки, 22 см, и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-50 минут.